Сегодня мы с вами поговорим о газообмене, который анестезиолог контролирует во время проведения общей анестезии для стоматологического лечения. Газообмен очень важен. И самое главное, что важна его оценка онлайн при постоянном присутствии анестезиолога. Мы оцениваем не просто то, как мы подаем кислород пациенту, а обеспечиваем тем самым его жизнеобеспечение, но и как кислород усваивается в организме, и как он выделяется из него в виде углекислоты. Это следующий параметр. Кислород на вдохе, на выдохе. Кислород в периферической крови, пульсоксиметрия, в процентном соотношении 100% – это максимальная цифра. И показатель углекислоты, то есть выдыхаемая нами углекислота, она тоже говорит о том, что мы достаточно хорошо пациента вентилируем, и он хорошо усваивает кислород, который мы ему подали.